Первенство городского округа Щелково по подводному спорту «Маленький дельфин» состоялось в плавательном центре «Нептун». В нем приняли участие дети 2015-2016 годов рождения. Перед юными спортсменами стояла задача проплыть 50 метров в классических ластах. Для многих из них это первое серьезное испытание. Плавательный центр «Нептун» воспитал не одно поколение талантливых пловцов, мастеров спорта. Все они когда-то выступали на таких муниципальных соревнованиях. Первые соревнования всегда волнительны, особенно для малышей, которые никогда этого не делали. Волнуются родители, волнуются сами дети, волнуются тренеры, как получится. Но я считаю, что первое соревнование – это опыт. Прежде всего, нужно проплыть правильно, вот. Не сойти с дистанции, что немаловажно для малышей. Несмотря на то, что многие из них еще только начинают свой путь в спорте, уже сейчас можно отметить их упорство и стремление к победам. Мне друг говорит все время, что не надо думать о местах, надо думать, как проплывешь. Для многих ребят эти старты оказались волнительными, но благодаря поддержке педагогов и родителей они показали отличные результаты. По итогам соревнований лучшие были награждены медалями и дипломами. Евгения Корысько, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.